Здравствуйте! Очередной репортаж из пирамиды. Так, на улице плюс 10, в пирамиде плюс 20, плюс 27. Температура здесь дневная настолько комфортна, что можно, в принципе, уже что угодно выращивать, вплоть до помидоры, огурцы. Ну, пока ночные морозы еще существуют, конечно, ночью происходит охлаждение. Ну вот, надеюсь, сейчас теперь не будет сильных морозов в ночь. Редисочка 2 недели назад посажена, пока не пробилась у меня. Вот здесь вот редиска посажена, не пробивается. Так, здесь у нас растет сельдерей. Ну и все. Крапива хорошо начала подниматься. Все насекомые вон пожили. Здесь уже идет полная жизнь. Заниматься надо будет подготовкой уже грядок. Вот посадки. Я думаю, что апрель я уже посажу все-таки огурцы здесь. Так, вода у меня здесь, я набираю из колодца, из этого воду. Она у меня нагревается за день теплый. Но это вот будет очень хорошо, когда день довольно для в пирамиде, можно сказать, даже жарко. Вода нагреваться будет, ночью проливать. Это полив делать в ночь теплой водой. Ну и как бы это будет дополнительным аккумулятором тепла для земли. Так, ну вот. На этом до свидания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Хотя уверенности, что YouTube не закроет, у меня нет. У меня сейчас я канал и в Рутубе тоже Кулибин 5. Вот туда буду пробовать выкладывать. Если кто-то меня постоянно смотрит, то переподпишитесь на канал Рутуб. Тоже Кулибин 5. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.